Теремок ТВ представляет. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Давай играть. Здравствуй, барашек. Что-то случилось, малыш? Случилось. Привет, барашек. Здравствуй. Давай играть. Не хочу. Не хочешь? Хочу в мячик. В мячик? Давай! А где он? Нету. Лопнул. Ой! Как? Грустно? Да! Грустно! Грустно-прегрустно! Эх! А можно я буду с тобой грустить? Можно. Вот так. Эх, барашек, а можно так грустить? Так. Можно, наверное. Можно. О, гора. О, а вот так. И так. Лучше так. Красиво. Погрустим еще. Ой, а мне уже не грустно. Может, поиграем? Давай! Вот так нагрустишься с друзьями, и грусти как не бывало. Молодцы, малыши. Я грущу. Эх. Малыши, почему вы вздыхаете? Мы грустим. Ходит дождик за окошком. Стало грустно нам немножко. Мы сидим и грустим. Не рисуем, не читаем. И в игрушки не играем. Ничего мы не хотим, мы грустим, мы грустим. Нюшенька, ты грустишь? Да, грущу. А почему? Я хочу гулять, а там дождь. Нам неприятно, но уж раз сгрустнулась, пусть. Ведь всегда проходит грусть. Ведь всегда проходит грусть. Погляди в оконце, за оконцем солнце. Ха-ха!
Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Пчелки. Здравствуйте, малыши. Привет! Здравствуйте. Ой, смотрите! Ого, какое полосатое! Оно не кусается. А кто это? А? Не знаю. Малыши, это пчела. А кто такая пчела? Это насекомые. Насекомые очень маленькие, даже меньше вас. А там что в банке? А там мед. Его делают пчелы. Мед очень сладкий. Сладкий? Хочу мед. И я хочу. Ой-ой-ой-ой. Да, не просто добыть мед. Не достать. Мы слишком маленькие, как эти насекомые. Ага, как пчелки. Малыши, а знаете, почему у маленьких пчел получается сделать так много меда? Не-а, не знаем. Почему? Потому что они очень дружные и все делают вместе. Вместе! 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 Как маленькие пчелки. Молодцы, малыши. Вместе вам любое дело по плечу. А хотите узнать, какие еще бывают насекомые? Хотим! Насекомые. Познакомься, это жук. Жук, жук, муравьё старинный друг. Друг, друг, муравей да муравей, голубых лесных кровей, у того у муравья очень шустрая родня. Вот такие наши новые знакомые, насекомые, насекомые. Вот такие наши новые знакомые, насекомые. Какие красивые крапинки! Это муравьи! Маленькие! Крошка, что это ты такое нарисовал? Это муравьи! В домике муравьином! Так это муравейник! Молодец, Крошек! А кузнечик молодец! Прыг, 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 он стесняться и грустить не привык. Он за бабочкою скок на цветок. А уж бабочка красавица от кузнечика спасается. Вот такие наши новые знакомые, насекомые, насекомые. Вот такие наши новые знакомые, насекомые. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики.
малышарики. Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Мишка! Пандочка, здравствуй! Здравствуйте! У тебя что-то случилось? Вот! Не могу достать! Привет! Ой. А что это такое? Такое... Коричневое? Да! Ничего! Привет! Пандочка, может тебе позвать друзей на помощь? Я сама! Пандочка, ты куда? Наверх! Теперь получится! Пандочка, не все можно сделать самой. Давай позовем друзей. Помогите! Пожалуйста! Поможем! Поможем! Молодцы, малыши! Какие же вы сильные, когда беретесь за дело все вместе! Коричневый. Пандочка, какой у тебя любимый цвет? Коричневый! Погляди, у Мишки шерстка вся коричневая. Ага, коричневая, ага, коричневая. И на Мишку шишки падают коричневые. Коричневые и прямо в лоб. У! И решил усесться Мишка на коричневый пень. Ага, коричневый пень. Ага, коричневый пень. И такой вот получился вдруг коричневый день. Коричневый день случился вдруг. Какая красивая коричневая бабочка! Да, коричневая! А давай посмотрим, кто еще коричневый. Коричневая лошадка. Обезьянка коричневая. Коричневая собака. И даже у совы коричневые перышки. Если долго будешь, милый, загорать, тоже можешь ты коричневым стать. Если долго будешь, милый, загорать, тоже можешь ты коричневым стать. И будешь ты коричневый весь. Ага, коричневый весь. Ага, коричневый будешь ты. Как шоколадка. Коричневый весь. Ага, коричневый весь. Ага, коричневый будешь ты. Как шоколадка. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики.
Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Шарик. Здравствуй, бараш. Какой у тебя славный шарик. Здравствуйте. Ага. И оп. О. Оп. А. Оп. 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 Привет, барашек. Привет. Давай поиграем. У меня только один шарик. Здорово. Поиграем вместе. Нюшенька. Там шарик. Шарик, пойдем. Нет. А где шарик? Нету. Туда улетел. Барашек, разве шарик наверху? Пандочка, куда ты? Наверх, за шариком. Барашек, барашек. Нет, нет шарика. Где же шарик? Где же шарик? Где шарик? Где же шарик? Ой! Мой шарик. Это шарик? Да, это был шарик. Как же он оказался внизу? Ты не знаешь, барашек? Это я спрятал. Простите меня. Ну ладно. Придумала. Оп. Резиночка. Давай, барашек. А? А вместе-то играть веселее. Даже с шариком, который лопнул. Правда, малыши? Сверху и снизу. Дом стоит, а сверху крыша, а над крышей еще выше. Сверху облака летят, словно стая лебедя. Словно стая лебедя. Снизу сел лохматый пес и наверх задрал свой нос. Бандочка, где твой бантик? Сверху, а ножки снизу. Пандочка, так где твой бантик? Сверху. О, нет, теперь снизу. Сверху дождик поливает, снизу пес на дождик лает. Сверху зонтик спрятал нас, снизу лужи, вот те раз. Снизу лужи, вот те раз. Сверху дождик льет и льет, снизу целый